Всем привет, мы с вами продолжаем проходить Ведьмака 3. А что же, победили мы Грифона, теперь, я думаю, самое время окунуться уже в доп-квесты. Побежали. Белый сад будем полностью пробегать. Он не такой большой, всего 500 шагов. Да, и попутно будем собирать травушку. Вот опять же, да, записываю Ведьмак. И ничего не происходит с компьютером. То есть ничего не выключается. Стоит начать стримить Кори, какая-то херня. Я не знаю. Причем на стриме, когда я запускал Ведьмака, он тоже вырубился спустя там минут 30. Очень нездоровая штука. Может быть, сейчас не будет вырубаться. Я его, короче, почистил вчера. Продул. Таким, знаете, сжатым воздухом из баллона. Есть мнение у людей с форума, что это может быть перегрев именно оперативки, а не видюхи. И не блок питания. Если блок питания он в бенчмарке выдает стабильные показатели, то это возможно именно перегрев оперативки из-за новой видюхи. Так как новая видюха больше, чем моя старая, она больше отдает тепла. Хотя старая грелась сильнее, но так как новая больше, то, соответственно, она как-то ближе становится, толще именно, она толще, она становится ближе к оперативке. И оперативка, типа, может тоже перегреваться из-за этого. Может ли такое быть? Да вполне. Я вчера этим термометром там мерил, вроде оператива в районе полтоса, что для нее нормальные показатели. Так, знак вопроса, погнали посмотрим. Дезертир. Ой. Сейчас мы дезертир. Фиштех. Кто не знает, фиштех — это местный наркотик. Наконец-то он стал сам поднимать, доставать мечи. Вообще белый сад, так как является стартовый локат. Да, хорош, ну волки, ну, проститесь. Волки даже как-то, я не знаю, полегче, чем эти дикие собаки. Дикие собаки, когда туда напали, я вообще офигел. Могли бы убить. Ты можешь залезть тут? Как к дезертирам-то забраться? Как забраться к дезертирам? Мужики, хочу к вам подняться. Но не понимаю, как. А, во. Вот что не поправили, так это метание Геральта. А твоей жопой я сам займусь. Не отпускай его! Хорош. Ну, не первого уровня. Видишь, совсем такие дезертиры слабенькие. Ноги! Нет, только не падай. Вожак дезертиров. Вожака давай в конце разберем. На, погори чуть-чуть. Ах ты не... Ну да. Добивание обалденное, да? Вари. Да. Давайте всякую фигню, всю фигню собирать вообще, которая с них падает, а там продавать будем. Да, за копейки, но продавать. Еще один. Да, за копейки, но продавать. Короче, мы уничтожили лагерь. По сути, это бандиты. Сердитые заметки. И за каким дьяволом должен я идти на смерть? Ради Тимерии. Папка погиб за нее. Три брата погибли. И что? Ахуй. Даже приличных похорон не заслужили. Папка всегда говорил, что мудрец учится на чужих ошибках. Так вот, я и учусь на его ошибках. Вместо того, чтобы подыхать за Тимерию, буду лучше грабить тех, кто убивал наших. Мы встали лагерем в отличном месте посреди леса близ старой мельницы. Теперь вот готовимся к первому дельцу. Слушай, ну... В его словах, конечно, есть логика. Потому что, ну, обычные люди гибнут за амбиции королей. Опа. Место — крепость Амаветта. Присутствует баронет Игнаций Варье, синишаль Адреас Блюме, челядинцы, баронета Варье Комар, Смагор и Пемпик, подозреваемый Кольгрим, ведьмак из школы змеи.
Ведьмак Кольгрим обвиняется в похищении Витька, сына Павла Бортника из деревни Белый Сад. К нему применена мера предварительного ареста. В ходе обыска у него найден чертеж стального меча. Предполагается, что он мог использовать сей меч для устрашения, возможно, и убийства похищенного мальчика. Допускается, что обвиняемый может располагать иными подобного типа чертежами, необходимыми для создания смертоносных предметов. Однако же таковых при нем до сих пор не найдено. По пожеланию баронета Варье, ведьмак будет подвергнут допросу с пристрастием. Допрос с применением пыток будет проведен тотчас же после прибытия опытного палача. Приписка. Пропажа мальчика оказались виновны утопцы. Следует отметить, что на он их чудовищ и охотится арестованный ведьмак. К сожалению, прежде чем сие стало известно следствию, Кольгрим был уже мертв. Вместо судебного процесса ведьмак выбрал испытание поединком, а баронет Варье на это согласился и велел ведьмаку очистить от призраков родовой склеп. Кольгрим же с заданием не справился и более никогда из подземелья не вышел. Отсюда допускается с большим правдоподобием, что он и ведьмак был убит нечистой силой духами, а возможно и призраками, которые избрали это место своим логовом. Вот суки, да? Ведьмака убили ни за что. Просто убили ведьмака ни за что. Ведьмачьи древности и школы змеи. Это, конечно, прекрасно, только вот я смогу их надеть. Могу ли я их в итоге надеть, если сейчас их пойдем соберем? Слушай, ну, доспех, конечно, уже сильно лучше. Сильно лучше нашего. Плюс 12. Придется надевать. Таким бы лоховским он на вид не был. Ну, а что делать? Вот так теперь наш Геральт просто дурак пузатый. Был подтянутый, хороший, красивый, а теперь дурак пузатый. Ну, ладно. Так, не умрем? Да нет, ну тут не должны. Слушай, ну тем не менее, мы нашли доспехи. Чертеж доспехов. Что-то не подсказывает то, что они не только на нильфгаардцев нападали, на военных. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Пошли, сейчас я тебе помогу. Погнали. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. А это сколько? Хорошо, я тебе помогу, только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. Хорошо. Опа, а вот и утопцы. Нам нужны утопцы. Как тут спуститься безопасно? Вот так вот. Так, здорово, пацаны. Нехорошо. Так, ну они старше меня по уровню. Ладно, разложили. Сердце. Вот, сейчас... Сейчас начнется жара, жаришка. Мы идем воевать с нечистью. С нечистью. Еще и сокровища искать. Сейчас поможем пареньку, Дуни. Такая, что? Йоу. Сейчас бочка взорвется, да? Ох, какие эффекты.
чертеж, точный болт. Очень много чертежей всяких шляпных будет, ненужных. Очень много. Я так понимаю, топцы все равно сюда вернутся, и можно их тут, ну, тут фармить будет. Рецепт эфир. Хорошо. Ну, придется ходить в дурацкий доспех. В принципе, Николаю не мешает пойти и добыть эти доспехи школы змеи. И попытаться их скрафтить. Но это, наверное, у кузнеца... Ну, это не наверное, точно у кузнеца нужно делать. И, наверное, это очень дорого будет сейчас стоить. Так, давайте-ка мы помедитируем чуть-чуть. Чтобы здоровье восстановилось. И ночью пойдем. Ну, чтобы, знаешь, максимально было сыкарно. Что там? Кто там? Кто это? Ой, гнездо чудовищ. А у меня бомб нет. Ну гнездо чудовищ бомбами угодно уничтожаются. Спокойно, спокойно, ребятушки. Ты слышишь, что? Как ты попадаешь? Убьют. Как пить дать, убьют. Убили. Я тебе говорил, убьют. Последнее сохранение когда было? Так, это что еще до утопцев? Бляха, муха. Ладно, пошли быры утопцев положим. Не пойдем пока к гнезду чудовищ. Уже как сложно. Не получается доминировать, насколько, когда я начинаю новую игру. Потому что на новой игре плюс я доминировал с наскока, я помню. Тут просто вот родился доминантом в новой игре, а тут нет. А тут толпа гулей может и убить. Да, слышь, чё? И утопец, в принципе, по щам может не давать знатно. Слушай, надо мечника прокачать. Я думал, все, конец. Что, дурачок, что я же уже все расслабился. Я уже думал, все, кончено. Вот вы утопцы, крыса. Слушай, а там меч-то лучше не выпал? Ну да, он уже определенно лучше. Он хоть и не тот ведьмачий, но тем не менее. Серебряного оружия лучше нет. Надо еще плотно будет подумать над тем, что же лучше. Продавать оружие за дешман, либо разбирать его у кузнецов и получать ингредиенты. Мне кажется, что лучше получать ингредиенты. Это не точная информация. Ну и опять же, смотря что разбирать. И за какие цены? Ну, в принципе, давайте сохранимся. Вот тут, чтобы мало ли, если убьют. Ну, надо зачистить. Стоп. Перед тем, как идти зачищать, нужно понимать, я могу сделать бомбу. Я могу сделать бомбу. Любой же бомбой можно взорвать. Погнали. Давай, говно. Давай, 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 не могу кричать. В принципе, не надо никаком кричать. Так, минус один. Лут потом. Куда ты меч-то убрал, Геральт, окстись. Как раз на раз гулем, это легко. Так, ты что красным стал? Успокойся. Ну как же он дамажит больно. А еда так хорошо не восстанавливает, только как хотелось бы. Сука. Да, согласен, Геральт. Пора отходить. Тактически отходим. Я случайно плаку позвал. Так, по одному, по одному, по одному. Так, не ори. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Хорош, хорош.
Так, сумел. Давай, взрывай. Вот замечательно, как когда бомбочка есть. Просто в него тоже падает очень хороший лут. Вот сейчас смотри. Смотрим. Видал, золотое колечко нашлось. А это все денежки. А просто имея чертеж, мы без денег тоже ничего не создадим. Да и, откровенно говоря, гулей тоже надо убивать. И это тоже материалы. Нам столько отваров нужно узнать. Столько всего сделать. В этой игре столько вообще нужно сделать, чтобы стать вот настоящим прям тем самым вот Геральтом, который просто ходит и уничтожает все. Что... Мама, не горюй. Так. Сыкать на ночь идти, туда давай дня дождемся. Ночью что-то прям всякая нечисть вылезает. Нехорошо это. Я могу что-нибудь еще скрафтить? Масла могу. Против трупоед, давай. Эликсир. Ласточка, ё-моё. Все, теперь ласточка у нас есть. Рюкзак. Ласточка, это подхиливающее зелье. Ставим вот так. Гром ставим вот так. Дальше. Еду всего на одном оставим. Не туда. Во. Вот так. Очень нужны зелья. Без зелья вообще никуда. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Не, ну это, конечно, все прекрасно. Так, давай-ка нанесем на меч. Где там наши масла? От трупоедов, короче, масло. Мы же на поле битвы идем, где куча трупов. Так, мы находим... Что это такое? Разбитый монокль. Предмет, необходимый для задания. Ладно, давайте искать. Столько трупов. Война только началась. Будем лутаться. Ну, как бы да, война только началась, от трупов много. Войны? Вообще плохо. Где? Вот, нифига себе, пластины из темной стали. Это все ингредиенты для создания хороших доспехов. Так, рецепт Альбеда, замечательно. Так, попутно ищем. Ржавый новиградский меч, я вот это вот подбирать, наверное, не буду. Это уж совсем фигня полная. Какой маленький цвет? А, вот маленький это цветочек. Он? Нет, не похож. Опа, папа, папа, папа. Давай сразу их положим, чтобы они на нас не напали в крысу. Давай. Ну так что, кусар? Чуешь козелина? Спокойно, 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 блочим. Вовремя снял с блока, да. Да куда ж ты лезешь, что дырила? Так, Friendly Fire выключен, хорошо. А я в целом-то могу заблочить их удары гулей? О,
По-моему, я сейчас много лишнего всякой хрени подобрал. Палится. Не, это все, это дешман, я уверен. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Так, ну давай еще смотреть. Вроде там еще кто-то сидел. С красным мечом. Щитом. Либо там. Не, вообще мотивы паренька-то понятны. Да, найти тело брата. Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Да хрен его знает, я не шарю. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Побежали. Же надо так собаку было назвать гусар. Если у меня когда-нибудь будет кот, я назову его гусаром. Обалденная кличка. Гусар. И кастый такой будет кот. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин, он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет, он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. А чё этот брат его в трусах каких-то? Заберу тебя домой. Шидзе. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Да слышишь, что? Бастина бы не было, если бы не он. Если бы не этот черный, Бастин бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Ну вот, это тоже нормальный подход. Не, ну слышишь, так тоже нельзя. Он же спас его. Я вас, ребят, вот это вот заберу. Вам это не нужно. Так, следующее задание у нас какое дополнительное. Мне нужно было дать ласточку, да? На смертном одре принести эликсиры травницы. Чудовище напал на девушку, шла на свидание. Ведьмачий эликсир мог бы спасти ей жизнь или обречь на мучительную смерть. Слушай, ну тут как повезет, погнали. 700 метров, погнали. Там же речь о ласточке шла, да? Не о каком другом эликсире, а ласточка у меня есть. А почему ты... Вот почему он поменял это? Я что, не успел? Я не пойму, эта игра постоянно мне меняет задания. Она всегда раньше меняла задания, и сейчас тут тоже продолжает менять задания автоматически, вот по собственному хотению. Так нельзя. Так, а чё? Зачем я бегу по навигатору? Я лучше срежу. Так нельзя делать, это неправильно. Нужно давать мне возможность самостоятельно выбирать задания игра. О, бандосы. Здорово, лохи. Хорошего понемножку. Да, огонь топ.
Давай пострелять теперь. Чего они в каких-то портянках ходят? Что это? Чему они в труханах практически? Ну, не густо, конечно, не густо игра дает. Опять вареник. Ты бы стал есть вареник из кармана, ну, вот какого-то бомжа с улицы. Не, если бы ты умирал с голоду... Не падай. Если бы ты умирал с голоду, то это одно. Но Геральт не умирает с голоду, у него есть как минимум хлеб. Мы его видим в инвентаре. Да он забирает из кармана какого-то бомжа уличного вареник. При этом бомжа он сам же и убил. Придется в обход идти, это высоко падать. Видишь, из плотвы пришлось бы постоянно слезать. Я знаю, о чем говорю. Так, не плачь, мужик. Еще. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас, заберегися. Слушай, ну вы бы все равно не ели укрепление доспехов, да? Согласись. Ну да, ситуация неприятная у людей. Но мы тут с Весемиром ехали на лошади. По идее... Да не, нет, тут что угодно может быть. Вообще не понимаю, кто на лошади перемещается по Ведьмаку. А вот когда нужны такие вот какие-то расстояния преодолеть. Ой, сейчас хорош, пацаны подгорят. Так. Ты не беси меня. Все. Зачем им лестницы в карманах? Не, ну ладно, фишек еще можно продать. А это законно, интересно? В мире Ведьмака законно продавать фишек? Наверное, нет. Вот это хорош. У них ценные вещи есть, поэтому имеет смысл. Ладно, я больше не буду повторять, почему так сильно необходимо бегать, вот так, как я делаю, но... Я думаю, уже и так наглядно заметно. Так, да. Давай-ка чуть-чуть передохнем. Часик. Здоровье восполним. Кстати. Вот так. И вот так. Нет. Вот так. Не так стоит, как надо. Хотя не сойдет. В принципе, чтобы энергия восстанавливалась, тоже хорошо. Интересно, выживет ли девушка? На сегодня плохой день. Так, ну ласточка уже заметно лучше восстанавливает ХП. Кровь чудовища. Я бы хотел, чтобы девушка выжила. Я думаю, она выживет. Авось повезет. Давай, Геральт, плыви. Ну, может, быстрее. Хотя, как бы, сам попробуй побегать. Побегать с доспехами еще вот так вот в воде. Тяжело. В принципе, и плыть так, наверное, не смог бы. Утонул бы, тебя просто мечи бы. Доспех, арбалет. Мокрая одежда, все бы вниз тянуло. Поэтому купаться лучше голеньким или просто в плавочках. Сделаю себе прощу и поймаю медведя. Прикольно, да, тут мир вот как будто бы живет. И люди о чем-то болтают. Причем диалоги не всегда одинаковые, да? Часто разные. Все занимаются своими делами. Только Геральт бежит через поля, щемить там что-то.
листья какие-то собирает. Если так со стороны посмотреть, понятно, почему его выродком каким-то считают неадекватным. Потому что смотри, как щемит там, где не должен, в принципе, ходить. В принципе, когда ты видишь на улице бегущего человека, ты думаешь, что это что-то, ну, неладное. Это неспроста. Так, не умерла еще? А, тебе? Да. Ну, давай, даем. У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно. Так, забрать на... да хорош. Задание. Доп задание. Игра с огнем. Поискать следы поджигателей за кузней. Найти коробочку с ценным грузом. Пока она тут пару дней. Давай сходим вон. Игра с огнем. 250 метров. А. В принципе, можно же сходу подождать. Давай подождем. Нам как бы не сложно. Просто, вот опять смотри, черт. Просто встал на коленях и двое суток стоит прямо перед входом в хату. А потом говорят, почему выродком называют. Смотри, какую ересь мы творим. И вот так вот. Чтоб наверняка. Просто хрен какой-то на коленях трое суток стоит. Ну че, как она? Да. А, ну. Будь здорова. Видимо, все-таки лучше попозже зайти, да? Прячьтесь! Ух ты, Барк, ни хрена себе. Волки напали. Вот и кровь. Ладно, сейчас не до чтения. О, нифига себе, она отплатила нам отварами. Можно что-то скрафтить, типа. Так, масло против проклятых. Так понимаю, это против призраков, да? Нет, проклятые это типа оборотней. Новая статья Бестиарий Мировая Дева. Хорошо. Видишь, как выгодно помогать здесь. Сейчас поджигателя найдем. Тут доп-квесты на самом деле прикольные. Даже вот поприкольнее, чем основной квест, может быть. Так, собственно. Это та самая кузня с тем самым кузнецом, которую спалили. Давай осмотримся. Игра как бы тебе намекает. Используй ведьмачье чутье. Используй ведьмачье чутье. Вот они следы. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские, большого размера. Кстати, я ей дал ласточку, она у меня не это... не израсходовалась. Смердит человеческой мочой и водкой. Вот видишь, все зло от синьки. Ты смотри, следы что из... Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать, да, следы. Путать следы. Опа, а это мое. Где нам его искать? О! Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Дебил.
Ну, просто мне показалось бы странным, если бы он перешел на ту сторону. Так что, может, сходишь к колодцу в хущу? Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Ну, погнали по следам. Кровь у него что ли шла? Не сильно, рана была неглубокая. Не будь без Фаэна, Я не хотел. Драться с ними бессмысленно. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да не надо, не стреляйте, прям в жопу выстрелили. Прям, да не надо. Я не хотел, я случайно, мне очень надо было. Платвичка. Бежим. Беги. А я вам грифона убил, мужики, а вы... От химического порошка для меня пожалели. Разве так можно? Все, вроде все успокоилось. Все забыли о моих проступках. Нормально. Я не слышал такого. Может, они что-то новенькое добавили? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Следы никогда... идут обратно в деревню. Пробовал сверчков? Пробовал когда-нибудь сверчков? Вот я не пробовал. Настоящий ведьмак. Братья мне не поверят. Урод. Это еще что? Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Какую-то куклу нашли. Тут буддист живет? Так, ну здорово. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? Он до сих пор выходит? А тебя едят? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю. Потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. А, ты из этих, да? Как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Да нет, слышь, ты со мной пойдешь. Я в отличие Говно. От сорок и краснолюдов не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука. Сейчас ты у меня получишь. Да я слышу, успокойся. Бить его еще. Зачем? Успокойся и иди со мной. Как бы, если смотреть на всю суровость новгородцев, ему хана, да? Я его еще оборую. Извиниться. Я извиняюсь. Ты передо мной, ты можешь не извиняться. Побегали. Ждать вроде его не нужно. Так, вот записочки берем все. Вот так вот. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не белка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит.
Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Вот не надо творить зло. Ну да, очень суровая кара. Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. В словах кузнеца есть логика. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Так, да, покажи свои товары, надо ему скинуть все лишнее. Есть на продажу. Есть логика, потому что видишь, тут люди вообще как не в себя. Чего угодно творят, всякую грязь. Так, а продать. Продать. Меч хуже. Продать. Да, тут, конечно, все уже такое. Вот сколько они стоят? 3, 4. Вообще ни о чем, да? Доспех Геральта 21, 23. Ну вот по 44 еще можно, конечно, продавать. Нормальные деньги. Охотничьи штаны, средние 16. 17. Ну, доспехи можно продавать. Доспехи хотя бы как-то денег стоят. А вот эту фигню давай попробуем разобрать. Починить, убрать, разобрать. С него я получу обрезки кожи. Давай вот так вот. Железный слиток. Ну, всякое нужно будет. Обрывок шкуры. А это, кстати, почему? Это торговцы только покупают. Золотой слиток, рубин. Блин, ну тут тоже такое, да? Давай пока не будем это продавать. Драгоценности, блестяшки. Все ломается, мод не работает. Придется чинить. Вот этот меч... Не знаю, не хочу я чинить его, если честно. Ремесло, компоненты, мусор, перчатки, не хватает. Военная кожаная куртка. В смысле, а как же... А, там же там меч был, не доспех. Ладно, пофигу. Бывай. Не густо. Не густо. У него можно наделать вещей. Да знаю я, что грифон и все такое. Слушай, надо к травнице вернуться. Где она? Давай еще вот день пройдет. Я просто хочу посмотреть, вообще сработало зелье или как? Или нафига я его вообще отдавал? Так, а у нас еще доп-квест, да, был? Ценный груз. Наловим. Не, а где травница на карте? Вот, давай опять до нее дойдем. В принципе, по пути практически. Потому что она сказала подождать пару дней. Я думаю, изначально это не сработало, потому что мы там были, а нужно было, чтобы что-то подгрузилось, какие-нибудь анимации, сам персонаж стал. Поэтому мы должны были именно уйти и вернуться. Из задания она вообще пропала. Но я уверен, то, что проверить можно, жива она или нет. Интересно, вот только интересно, рандом это или как? Я реально этого квеста раньше не делал, поэтому не могу сказать. Квест про поджигателя я как бы знал, да, что ну вот можно его выполнить, а вот этот нет. Да? Так, а что, нет, не сработало? У тебя есть какие-нибудь? Кое-что найди. Может, это позже узнается в дальнейшем пути. Так, что у нее есть? Интересует только вот это. Вырванная страница, отвар из грифона.
Те же деньги, кстати, что у того торговца. Белая чайка. А я, по-моему, ее знаю. Не знаю, я не готов ничего сейчас покупать. Деньги нам потом пригодятся. Погнали выполнять тот квест. Сирии весом получаются прям огромные. Реально огромные. Много работы нас тут ждет. Очень много. Не знаю, что у Ведьмака за картинка такая, но она в три раза больше весит. Вот одинаковая длина видео, чем, допустим, Resident Evil 5. Может быть, это из-за повышенной четкости на картинке, на экране. Потому что, ну, у меня больше других предположений нет. Представляешь, три раза тяжелее файл, чем у Resident Evil 5. Давайте искать ценную коробочку. Следы повозки. Она заехала в болото. Опа. Все алхимические порошки очень нужны. Хаты покосившиеся. Не, ну тут прям болото. Тут жить-то хреново на болоте. Морозы приходят, вообще капец. Дубак. Хотя так Питер и строился на самом деле, да? А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Как-то, получается, напали на них, а не, ну, напали люди. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Врет, как дышит. Воска, утыканная стрелами. Сейчас я этих положу. Идите сюда, ребят. Ну, сколько мне еще ждать? Так, сейчас я арт попробую. Ой, а, да, арт. Блин, почему я не использовал? Ладно, не важно. Уже бежит. Так. Ах ты, а? Он прилег, конечно, но... Не так, как я хотел. Я хотел, чтобы он иногда он ушел. Я его просто, ну, ваншотнул. Ладно, побежали с ним разговаривать. Так, а, побежали разговаривать. Коробочку-то я так и не нашел. Она? Сундук с товаром. Путин об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. А ее можно вообще посмотреть? Не, нельзя. Тут есть некоторые предметы, которые можно разобрать у, допустим, кузнеца и узнать, что в них внутри. Касается ли это этой коробочки или нет, не знаю. Не знаю. О, так что, нашелся сундучок-то мой? Ну, типа, я тебя раскусил? Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый. Как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. А плотва? Зови плотву. Ай-яй-яй, секретарь подпалил. Но! Надо будет впредь сюжетный квест, доп-квест
ведьмачий заказ. Как-то так балансировать. Тут просто всего один сюжетный квест, как бы. И короткий. Это все-таки вступление. Так, а что мне с ним делать? А, да? Ну давай. Одного удара с него хватило. Да ты вставай, вставай. Надо его привести в чувство. Живой, живой, нормально все. Подъем. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгиермер. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Партизан, короче. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Да, типа, и пускай едет. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам. Ой, ну слишком пафосно. Славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. А это юмор? Мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. С Фольтестом-то все-таки у Геральта были хорошие отношения. Поэтому почему бы и нет? Почему бы и нет? Я думаю, можно идти забрать награду. Хотя, давайте на этом серию тогда закончим уже, в принципе. Время подходит к концу. А на следующей серии уже двинемся дальше по сюжету и будем смотреть. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии. Всем пока.